Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Да! Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом! Йоу! Никому не нравится в пробке стоять. Все планы на смарку приходится ждать. Так можно пропустить и остаток дня. Если хочешь ехать дальше, послушай меня. Надо же, он просто... Давай, Тони! О, а он ничего. Ты прав. Это мой друг. Правда? Он клевый. И по сторонам на перекрестке смотри. На красный поезжай, на зеленый тормози. А? Что? Ехать на красный? Тормозить на зеленый. Нужно ведь наоборот. Опасно же на красный ехать. Йоу, йоу. А нет, не так. Похоже, Тони растерялся. О, нет. А, может, станцевать? Что ты делаешь, Тони? Простите, Тони! Ты сможешь, Тони! Одним жарким летним днем наши друзья развлекались на игровой площадке. Догони, если сможешь! А ну, стой! Еще раз! Не нравится в пробке стоять. Если хочешь ехать дальше, послушай меня. Желтое такси, тормози! Тони! О, привет! Как дела? Пойдем покатаемся все вместе. Простите, я готовлюсь к конкурсу талантов. Конкурсу талантов? Да, я скоро буду выступать на фестивале. Ясно. Как круто! Ты очень талантлив и всем понравишься. Спасибо. Я радуюсь, когда всем нравится мой рэп. Вы же придете, да? Конечно! Обязательно! Спасибо! Приходите, поддержите криком «Давай, Тони!» «Давай, Тони!» Кричите «Давай, Тони!» «Давай, Тони!» И вот наступил день проведения фестиваля. Давай, Тони! Вперед! Да! Спиди, Шань, такие крутые! Да, но я хочу увидеть выступление Тони! Да, он столько репетировал! Какой потрясающий номер! А теперь выступит юный рэпер Тони! Да! Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом! Йоу! Никому не нравится в пробке стоять! Все планы на смарку приходится ждать! Так можно пропустить и остаток дня! Если хочешь ехать дальше, послушай меня! Надо же, он просто... Давай, Тони! О, а он ничего! Ты прав! Это мой друг! Правда? Он клевый! И по сторонам на перекрестке смотри! На красный поезжай, на зеленый тормози! А? Что? Ехать на красный? Тормозить на зеленый. Нужно ведь наоборот. Опасно же на красный ехать. Йоу, йоу. А нет, не так. Похоже, Тони растерялся. О, нет. А, может, станцевать? Что ты делаешь, Тони? Простите, Тони! На следующий день... Ты был крут, Шайн! Конечно! Вы выглядели просто обалденно! Да! Это было легко! Мы всегда классные! Почему Тони еще не приехал? Он никогда так не опаздывал! Думаете, это из-за вчерашнего? А может, он на зеленый остановился? Да, а потом поехал на красный. Йоу, на зеленый тормози! На красный газони! Да! Не говорите так! А что? Смешно ведь! Привет! О, Тони!
Тони, рад тебя видеть. Мы за тебя волновались. Тони. Пока. Видимо, Тони до сих пор в шоке. Да, он даже на своей любимой музыке молчал. Думаю, нам с вами надо как-то подбодрить Тони. Но как мы можем поднять ему настроение? Давайте каждый по-своему развеселит Тони, хорошо? Ладно! Тайо, маленький автобус! Лани первой попыталась развеселить Тони. Тони! Лани... Ты не хочешь посмотреть со мной Защитника Икс? Это сегодня как-то не хочется. Но серия будет потрясающая. Я так хотела глянуть ее с тобой. Ну же, давай! Ладно, поехали. Ты не пожалеешь, Тони. Когда посмотришь Защитника Икс, сразу развеселишься. Ага. Теперь о погоде. В ближайшие дни будет много осадков. Серия будет сразу после новостей. Далее репортаж со вчерашнего фестиваля. Ну зачем они сейчас заговорили о фестивале? В первый день многие собрались посмотреть конкурс талантов. Во время выступления один из автомобилей сумел рассмешить зрителей забавной ошибкой. Смотри, на красный поезжай, на зеленый тормози! Я, пожалуй, поеду. Но все равно спасибо. Тони! Ну вот! Теперь Тони еще больше расстроился. После этого Тайо решил съездить с Тони на пикник, чтобы его подбодрить. Как настроение? Здорово же побыть на природе. Да, спасибо, Тайо. Пустяки. Прогулки на свежем воздухе помогут тебе быть лучшим рэпером. Тебе не кажется, что дождь пойдет? Ты что, в прогнозе никакого дождя не было? Расслабься. Думаю, лучше поехать назад. Что? Нет, нет. Это ерунда. Пока ведь даже грозы нет. Давай вернемся. Ладно. На следующий день Роги привел Тони в парк развлечений. Повеселимся, Тони. Пойдем на другую. Ой, как здесь весело. Обожаю американские горки. Ух ты, Тони, наконец-то наш черед. Ага. Роги, что такое? Я почему-то перестал ехать. Тони, ты как там? Все хорошо. Я поеду и приведу сюда то-то. Подожди здесь. Стой, Тони! Я не этого хотел. Плохо дело. Тони от наших затей лишь грустнее стало. Я знаю. И что теперь? Ребята. Привет. Добрый день. Что вы тут делаете? Мы пришли выступать. Мы тут иногда поем. Нам нравится видеть счастливые лица зрителей. Ясно. Я радуюсь, когда всем нравится мой рэп. Есть идея! Какая, Ганни? Ребята, что вы скажете на это? Выкладывай! Спасибо, Тони! Не за что. До свидания! Всего хорошего! Пока! Тони! Привет! Закончил развозить грузы? Нет, еще осталась парочка. Вот как? Тогда, как закончишь, приезжай в парк. Ладно, но зачем? Увидишь, когда приедешь. Где же Ганни?
на душе сразу стало ясно и светло. Гани, я приехал. О, Тони, привет! Замечательная песня, да? Так ты на концерт меня пригласил. Спасибо, говорю, за теплый прием. Благодарю, спасибо за все. Правда, Дженни и Джинни такие классные? Красиво. Было бы здорово, если бы я также закончил выступление. Спасибо. А сейчас у нас будет особый гость. Особый гость? А? Интересно, кто же это? Позвольте представить, юный рэпер Тони. Что? Я? Тони, выходи на сцену. Мы хотим услышать твой рэп, Тони. Ребята, вы что такое задумали? Тони, мы этот концерт для тебя подготовили. А? Что, правда? Ты был так расстроен из-за своей ошибки на конкурсе талантов. Если выступишь, как репетировал, тебе точно станет легче. Ребята. Давай, выходи на сцену. Тони, Тони, Тони. Спасибо, друзья. Выложись на все 100! Давай, Тони! Ну что, ты готов? Йоу, никому не нравится в пробке стоять. Все планы на смарку приходится ждать. Так можно пропустить остаток дня. Если хочешь ехать дальше, послушай меня. И по сторонам на перекрестке смотри. На зеленый поезжай, а на красный тормози. Следуй правилам! Правилам! Безопасности! Безопасности! Да! Спасибо, спасибо! Тони! 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 Когда Тони читает рэп, ему всегда весело. Ты великолепен, Тони!